В авиационном университете ведутся работы над новой модификацией электродвигателя и беспилотным автомобилем. Об этом на встрече с представителями республиканских СМИ рассказал врио-ректор университета Сергей Новиков. По его словам, у ведущих авиационных предприятий есть потребность в исследованиях вуза. В связи с этим планируется провести модернизацию оборудования. Точная сумма, выделенная на нее, будет известна после окончания текущего финансового года. Также руководство университета подняло проблему нехватки кадров в авиационной промышленности. Университет ежегодно готовит около 300 специалистов в данной отрасли, но для покрытия дефицита этого недостаточно. Для решения вопроса в вузе намереваются более эффективно привлекать абитуриентов. Мы тоже должны быть быстрыми, мы должны быть эффективными, мы не должны быть забюрократизированными. На самом деле вуз успешен, он эффективно развивается, но сегодня мы вынуждены работать достаточно в жестких рыночных условиях. Сергей Новиков занял свою должность в начале осени. Возглавлять вуз он будет год, пока Миноборнауки России не проведет конкурс на замещение вакансий ректора.